Но если это будет, так сказать, стимулом к развитию инфраструктуры, то это похвально. То это, ну вот как вот в Сочи, я вот летом, наверное, хочу в Сочи заехать посмотреть. Все-таки там создали что-то красивое, такое нужное, полезное, небольшое. Я не говорю о затратах, это уже будет уже прокуратура разбираться, какие там были затраты и расходы. Вот. А если это вот подвигнет к развитию вот этих городов, дорог, мостов, виадуков и прочее, это будет очень хорошо. Нам бы главное выйти там куда-нибудь, в какую-нибудь группу, а то получится, что мы принимаем мировой чемпионат, а сами где-то там на скамейке запасных сидим. Вот главное, чтобы мы играли хорошо.